Участникам веселых стартов предстояло преодолеть весьма непростые испытания: пронести теннисный мяч на ракетке, пробежать змейкой с большим футбольным мячом, прыгнуть через скакалку, не задев кегли. Больше всего ребятам запомнилась эстафета «Башня». Надо было бегать и из деталей делать пирамиду. В веселых стартах приняло участие две команды – спортивный отряд молодежного центра «Спартак» и команда «Дека» досуговой площадки «Летняя дача». Именно они заняли первое место. Мы очень рады, потому что мы старались, все молодцы, все супер, мы очень рады. Я считаю, что победу мы заслужили. Веселые старты для ребят летнего лагеря проводятся еженедельно. Каждый раз организаторы стараются удивить участников интересной конкурсной программой и спортивными заданиями. Это мероприятие – одно из многих мероприятий, которые помогают ребятам хорошо провести каникулы, весело, с пользой. И для здоровья, для хорошего настроения, и для того, чтобы каникулы были настоящими каникулами. Все спортсмены веселой эстафеты получили памятные подарки, ручки и блокноты. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24.